А что там за история с секретными данными российских граждан? Это тоже вызвало у кого-то удивление, у кого-то страх или даже неприятие этого. Но на Западе это сделано. Мы в какой-то степени запаздываем. А что это? По этим законам государство будет собирать персональные данные каждого гражданина России. Это будет находиться в общем банке данных, хорошо защищено. И будет использоваться только в борьбе с преступниками и террористами. А что за персональные данные? То есть вот все данные. Вот весь рост, цвет глаз, значит, какие там волосы, вес его, какими болезнями болел, там, вероисповедание. Ну, полный портрет человека. А как они это все про нас узнают? Вот товарищ жил в Нижнем Новгороде, там был в религиозной секте. Уехал, нет проблем. Приехал в Кострому, мы смотрим, началась деятельность этой же секты. Его не будут арестовывать, но посмотрят, это он делает? Это секта вредная. То есть посмотреть, проследить движение. Оруэлл отдыхает. Это никто не будет знать. В этом смысле государство обеспечивает полную тайну всех персональных данных. А каким образом? Вот сейчас посмотрите, везде на всех этих вещевых рынках продают все данные. Кто платит налоги, кто пенсионер, у кого какие доходы. Они уже мешают. А как вы поэтому намерены? Они уже порождают преступность. Ведь кого-то будут сейчас заниматься. А мы должны вскрыть все, забрать все. А теперь вы предлагаете собрать дополнительную информацию. И спрятать ее. И закрыть навсегда. А как спрятать? Специально будет. В определенном месте. У нас специально в определенном месте за 20 копеек достают. Поэтому, как вы себе представляете, прекрасно зная, как работает сейчас нынешний бюрократический механизм, когда все элементарно покупается, вы предлагаете собрать информацию, которая никого не касается, мало этого, которая может представлять потенциальную угрозу для жизни людей? Никто этих данных не получит. Это мы просто уже говорим как дополнительные. В первую очередь, биометрические данные. Все-таки какой человек? Вот погиб человек, как обнаружить, чей это труп? Вот было два самолета упали. Известны террористки. Они погибли. Откуда эти девушки? Ну, значит, это не преступники. Вот и нам надо определить. Ага. Мы посмотрим, это преступники или не преступники. Вы опять себе противоречите. Потому что вы только что сказали, что это должно касаться только преступников, сбор всех данных. Сейчас вы говорите об... Нет, сбор данных со всех. Идентификации всех граждан. Да. Простой пример. Появилась банда в городе преступников. Где нам ее искать? Убийство. Угнали. Где искать? А когда каждому будет вживлен чип, каждому человеку, то мы знаем его данные, и на табло будет написано, как фамилия, банк данных, быстренько, вот он находится. То есть данные от чипа пойдут по схеме, и спецорганы будут знать, вот они сейчас, подходят к универмагу, подходят к дискотеке, подходят... То есть попытка отловить певца Шуру закончится сумасшествием всех органов ФСБ. Дудаев пошел позвонить, и все. И быстренько данные пошли на пульт, вот это место. И ракета пошла именно в это место. Все, можно ловить 10 лет. Но стоило ему только выехать и заговорить по телефону, информация вышла в пространство. То есть я правильно понимаю, что... То есть любой преступник должен спрятаться, молчать, так, не выходить никуда. Можно он спасет теперь себя. Отделить законодательную инициативу от вольного полета фантазии. То есть законодательной инициативе пока нет вживления чипа в ушные раковины россиян. В Америке уже есть. Мы все под колпаком. Все. Но это в целях безопасности. Таким большим счастьем, как общение с вами, я должен поделиться с аудиторией. Да, пожалуйста. Да. Владимир Вольфович, вы не считаете, что вот эта база данных, которая будет создана, она будет противоречить Конституции Российской Федерации? Не противоречит. Во всем мире это уже делается, и у них их конституции, сверхлиберальные, сверхсвободные, действуют 100 и 200 лет. Потому что государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Это на первом месте, и все граждане об этом мечтают. Потому что главное сохранить свою...